К охране общественного порядка готовы. В Иваново прошел смотр полицейских сил, заступающих на службу. Мероприятие это в областном центре проходит ежеквартально. Сотрудники ДПС, ППС и вневедомственной охраны Росгвардии продемонстрировали свою готовность к служебной деятельности по поддержанию законности в областном центре. Цель данного мероприятия для того, чтобы сотрудники, задействованные в единой дислокации, более тесно взаимодействовали при охране общественного порядка, соответственно, показать, что действительно вот такие силы выходят на охрану общественного порядка на территорию районного центра. Есть и торжественный повод собрать более 150 стражей порядка в одном строю. Именно в такой обстановке традиционно вручают награды тем полицейским, которые отличились в ходе несения службы. Командир взвода отдельного батальона ДПС Александр Чемоданов за отличие в службе удостоен министерской благодарности. Сложного особенно ничего нет с учетом опыта работы. Просто делать все согласно нормативных документов, тогда все получится. Всего на этот раз награды различных уровней вручили 30 полицейским. Это не только признание заслуг награжденных, но и стимул для их коллег продолжать с честью нести службу, охраняя порядок на ивановских улицах. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.